Всем добро пожаловать в эфире Драм-кружок. И сегодня у нас очередная проверка аудит качества. На этот раз один из моих любимых сингл-молтов, Craigellachie, 13 лет. Вот эта вот литровая бутылка уже была на более тщательном обзоре на канале в одном из ранних видео. Это литрушка из Duty Free, купленная, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2015 году. И если доверять коду на бутылке, то это разлив именно того года. А вот эта вот бутылка, которую я открою прямо сейчас, она сравнительно недавняя, она куплена в 2021 году, даже не два года назад. Стандартная для США 750 миллилитров. Пока еще, к сожалению, я слышу неприятные слухи о том, что нас тоже будут переводить на 700 миллилитров. По крайней мере, некоторые дистиллерии уже перестраиваются. Когда я делал обзоры на новых двух Джек Дэниелсов, бондированных, которые вышли в 700-миллилитровых бутылках, я тогда как-то так раскатал губу, думал, что, может быть, это признак того, что они выйдут на внешний рынок, а на самом деле, оказывается, это признак перехода. Дистиллерии местные говорят о том, что вроде как им проще не делать два разных набора бутылок. Я не знаю, коснется ли это европейских дистиллерий, но посмотрим. Сейчас не будем об этом говорить. Итак, между ними где-то лет 7 разброс, 6-7 лет в зависимости от месяца выпуска. Я в описании, как всегда, напишу, если мне коды на бутылках позволят более подробную дать информацию, я это сделаю. Всегда что-то, что я забыл, или что-то, может быть, что обнаружил после уже съемок, обязательно ищите в описании. Какие-то дополнительные сведения я стараюсь там указать, так же, как и цены и прочие подробности. Немножечко, может быть, не одинаковый уровень, но, тем не менее, может быть, даже стоит это дело исправить. Можно сказать, что, с одной стороны, не совсем правильное сравнение. Давно дышащая бутылка, в которой осталось не так много, и бутылка только что открытая. Но в то же время это наиболее реалистичное сравнение, потому что именно так нас обычно застает реальность. У нас кончается или, может быть, уже кончилась бутылка, свежие воспоминания, и мы покупаем следующую бутылку или открываем. Поэтому, по-моему, это приближено максимально к реальности и поэтому актуально. Крепость одинаковая, 46%. Я просто начну с более старого. Заодно мы посмотрим, если в бутылке виски выдыхается, окисляется и так далее, если есть эффект старой бутылки, вот мы и сравним. Я очень надеюсь не разочароваться. Кстати, заодно мы проверим еще одну теорию или такие сомнения, которые мне в последнее время закрались. С некоторыми релизами виски, литровые релизы, даже если они не Duty Free или Travel Retail Exclusive, но тем не менее литрушки, даже если они есть в обычном ритейле, они тем не менее предназначены для Duty Free, для этих магазинов. И по моим собственным некоторым впечатлениям и я это слышу от некоторых других людей, что они не всегда такого же качества, такого же калибра, как стандартные ритейл-версии, которые продаются в магазинах. С другой стороны, я слышу подобные мнения о том, что просто здесь, в Штатах, одноименные релизы чуть отличаются от того, какие они где-то в России или где бы то ни было еще. Проверить все бутылки нереально, но посмотрим на примере конкретно этого виски этой дистиллерии. Итак, бутылка 2015 года. А я думаю, что мы, поскольку анализировать цели нет, мы будем прямо сравнивать сначала на нос, а потом на вкус. Кстати сказать, замечательный single malt, который я рекомендую всем, кто начинает осматриваться в мире виски. Опытные это все его знают. Но он по-прежнему остается доступным по цене. И при этом это достаточно характерный single malt, но без торфа, без дыма. И это тоже еще одна дистиллерия наряду с Old Pulteney,
с еще с дюжиной, может быть, дистиллерий, которые используют старые системы конденсации, которые называются warm tub, и они даже здесь на бутылке изображают схему, то есть это традиционный змеевик, иногда это переводят как червячная ванна, но это змеевик, что позволяет едва заметно, едва еле уловимо сернистым ноткам попадать в дистиллят, и это достаточно приятно, это не только не дефект. В этом конкретном виски это даже заявленное качество, такой намек на, может быть, чиркнутую спичку, которая не загорелась. Итак, в целом очень похожий характер, чуть-чуть более мускатный и фруктовый здесь, чуть-чуть более такие интенсивные желтые фрукты, фруктовая свежесть, но есть такая нотка, которую я называю аскорбинка. То, чего я не помню здесь, в этой бутылке, даже когда я ее только открыл. А здесь, в прежней бутылке 2015 года, до сих пор отчетливо чувствуется вот эта нотка серы. Очень приятная. Она придает интереса, я бы так сказал. Хорошо, снимем пробу. У меня нет ощущения потери качества или какого-то сильного изменения. Просто может быть именно эффект только что открытой бутылки и давно открытой бутылки. Нет ощущения каких-то сильных потерь в более новом. Нет ощущения, что что-то очень сильно окислилось или пожухло во вкусе. Он такой же приятный, каким я его помню, богатый, насыщенный и просящий немного воды. Я воду приготовил, постараюсь эту ошибку больше не повторять, что я забыл взять воду себе на стол для обзора. Да, мы обязательно их попробуем сейчас с водой. Прекрасно он сохранился, прекрасно играет в бокале. Очень приятный, сейчас пока еще согревающий, 46%. Надо ему дать воды. Но сначала мы их сравним так. Итак, версия 2021 года. На вкус я вообще почти не чувствую разницы. Может быть, чуть-чуть более перечный, но нет, ничего не потеряно и почти ничего не приобретено. Что само по себе очень хорошо. Если на запах, на аромат, то есть может быть что-то самое верхнее чуть-чуть улетучилось в старой бутылке. Но, по крайней мере, за эти лет 7 между ними особо форма не пострадала. Это обнадеживает. Снова 2015 год, глоток. Я попробую почти сразу пригубить теперь 2021 год. Особого контраста я не ощущаю вообще, это практически тот же виски. Это очень хорошая новость. Попробуем просто добавить немножко воды и туда, и сюда. Постараюсь примерно одинакового количества.
даже больше раскрывается сернистая нотка здесь, в старой бутылке. Но сохраняется форма, он остается таким, какой он есть. Даже с водой. И то же самое я могу сказать здесь. Он сейчас для меня очень сильно не меняется. Но он держится на высоте. Снимем пробу с водой 2015. Чуть более округлый. То, что нужно, он чуть-чуть кусачий при 46%. Именно не спиритуозный, а просто чуть-чуть агрессивный для рецепторов. С водой намного лучше. Проступает небольшая горчинка, как у грейпфрута. Сложный, интересный, приятный виски, который мне очень нравится. И посмотрим момент истины. Новая бутылка с водой. Может быть, капельку поярче, чуть-чуть больше фруктов. И, может быть, даже чуть-чуть интенсивнее солодовые нотки, что я лично списываю просто на то, что это только открытая бутылка. Она еще будет дышать и развиваться, но... Прекрасные виски. Выводы самые главные, то, что качество держится, форма остается такой же, как она была, как я ее помню. Нету, ни в чем она не просела, поэтому можно по-прежнему рекомендовать, если по резонной цене попадается этот виски. Я его очень рекомендую, особенно тем, кто с ним не знаком и кто начинает пробовать дальше стандартных Гленов. Это очень хороший кандидат для того, чтобы немножко углубиться и расширить кругозор. И как всегда, я забываю показать то, что я делаю после съемок, после дегустации. Я делаю опять single malt, опять Кругелахи, опять 13 лет, но домашний купаж. И это мне на вечер посидеть и подождать, пока закачивается видео. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Держите Гленкерн шире, как обычно, и увидимся в следующем выпуске Драм-кружка. Пока!